дневник пирата внутри, еще помимо сладостей подарок. Все классно оформлено, ого, какой тяжелый. И, конечно же, Аленка. Знаете, тут несколько вариантов Аленки различных. Один мы уже с вами видели. Вот здесь такой заяц классный, едет на лыжах из леденцов. Сюрприз 159 рублей, три яичка с сюрпризом. Смотрите, тоже там красиво все оформлено, новогодняя тематика, коллекционные фигурки и интересные сюрпризы. И еще вот такое яичко с символом года, шоколадная фигурка, 56 рублей за 90 граммов. Смотрите, какое большое яйцо с мышкой. Есть еще Kinder Joy новогодний, 84 рубля. За 20 грамм, смотрите. Тут пингвинята, снеговики, Дедушка Мороз, медвежонок. В общем, классный Kinder Joy. Фиксики. Подарочный набор. Внутри подарок. 133 рубля 80 грамм. Такие фиксики. Поваренок. Мышонок-поваренок. 600 граммов, 422 рубля. Смотрите, какой набор. Сзади еще игра. Все очень красиво оформлено. Ой, тут какие-то рецепты. Да, смотрите. Ну, так то поваренок. Есть... Угу. Пицца с шоколадом. Всякое такое, видимо. Да, тут ингредиенты для того, чтобы пиццу приготовить. Или печенье. Ну, в общем, чтобы, если у вас ребенок любит кулинарить. И такой же красненький набор. Сладкий подарок, рецепт новогодней пиццы. Все тут. Да, я угадал. Зимняя мелодия, 299 рублей. Красивый набор от Красный Октябрь, Бабаевский и Ротфронт. Вы только посмотрите, как здорово оформлен наборчик. Символ года мышки также. Все блестит, переливается. Тоже отличный подарок. Елка 294 рубля от Фрутелла. Да, можно тут вырезать. Еще и интерактивная игрушка. 251 рубль. Вот он. Олень. Нос конфета. Ну, вот такая вот красота от Фрутелла также есть. Сказочный теремок. Килограмм конфет за 833 рубля. Вы посмотрите, он такой объемный. Тут девчонка прямо на балконе. Все классно оформлено. Ого, какой тяжелый. Такой домик. Резной дом. 400 граммов за 205 рублей. Тоже шикарная цена. Посмотрите, какой домик. Задачки от Деда Мороза. Ну, в общем, тут еще с игрой что-то внутри. Тоже интересно. Это ой, какой яркий. Да, похоже. Красный Октябрь, Бабаевский и Ротфронт за 449 рублей, 550 граммов конфет. Тоже очень красивые, яркие наборы. Вот тут нарисованы конфетки классические, которые вкусняшки будут в наборе. Ну, в общем, понятно, что, конечно же, этот набор будет очень вкусный, 100%. И также на бумажечке отдельной написан полностью весь состав конфеток, которые будут у вас в наборе. Набор каток 800 граммов за 543 рубля. Тут и Дед Мороз, мальчишка, девчонка катаются на катке. Достаточно большой картонный каток, очень красивое оформление. Конфетки любимые с детства. Видели их в каждом магазине. Они в этом году появились везде за 599 рублей, 710 граммов. Очень понравилась башня с курантами. Выглядит эффектно и красиво. Обратите внимание, классный набор. Вот состав набора. И вот этот балкон. И этот, да, тоже балкончик везде есть. Килограмм за 754. Тоже шикарные конфеты в наборе. Очень красиво сделан двухэтажный домик. Тут бал, Дед Мороз. Ну, здорово. Ну, тут как устоять? Это санки, ледянки? Да, это еще ледянка. Ребята, от Nesquik. Шоколадный набор с ледянками внутри за 449 рублей. 260 грамм конфет и ледянки. Вот какие конфетки будут в наборе. Какие шоколадки от Nesquik. Ну, супер, слушайте. Он, во-первых, очень большой, эффектно смотрится. Плюс ледянки. И, ну... Классный подарок. Если вы живете не в Краснодаре, то ледянки вам обязательно пригодятся. Да. Новогодний автобус 800 граммов за 637 рублей. Посмотрите, какой автобус с надписью Happy New Year. Вот такой, прям обалденно сделан. Все детально проработано. Merry Christmas. Надпись. Красивый.
традиция, 800 грамм за 600 рублей, вот такой пакет конфет с надписью «С Новым годом». Очень яркий, красивый, с ручками. Стандартный. Ну да, стандартный, классический, так практик. И написано «Традиция». Сундук пирата 691 рубль, подарок для мальчишки, 900 граммов конфет, вот такой прям, знаете, в стиле пиратов Карибского моря, вот такой сундучок. Ой, ой, красота. Дневник пирата. Дневник внутри. Пирата внутри, еще помимо сладостей подарок, отличное предложение. Новогодняя ралли 1200 граммов, ну это просто огромное количество, 908 Привет, рублей. Дед Мороз. Смотри, да, ой, какая красота, вот такая машинка. Супер тачка. Смотри. Слушайте, ну для любого мальчика просто шикарный подарок. По-моему, очень здорово смотрится, так что обратите тоже внимание. Нам вот она, машинка, очень понравилась. Вот она, как красиво смотрится. Тяжелая, большая. Да. Можно так. Ее повозюкать еще. Покажи еще по полу. С той стороны. Все, видите как? Ну детально. Детально сделана машинка. Да, так здесь типа как багажник открывается, и там конфеты. Да. Классно придумано. И продумано тоже. Автомобиль 900 граммов, 624 рубля. Вот такой еще вариант. Огромный КамАЗ сладостей с надписью «С Новым годом». За рулем Дедушка Мороз и Снегурочка. Вот. 584 рубля, 900 граммов конфет. Тяжелый. Ой, какой домик со снегирями. Я думаю, что из этого домика тоже потом можно сделать кормушку. Да. Ой, а вот здесь все блестит, да, все блестит, все переливается, он сразу же с ручкой, прям берете потом и вешаете кормушечку с ребенком. Прекрасный вариант подарка. И, конечно же, Аленка. Знаете, тут несколько вариантов Аленки различных. Один мы уже с вами видели, здесь еще три. Вот такая. Весенние каникулы, 701 рубль. Каникулы. 549 рублей, 700 граммов. Смотрите, как классно. Ой, вообще. Объемно сделано. Прям в окошке Аленка сидит. Ну, шикарнейший набор. Красивый дом. Аленка, как всегда, в своем репертуаре оформлена красиво. И внутри всегда потрясающие конфетки. Набор Аленка 400 граммов за 429 рублей. Вот такая туба с крышечкой. Тоже с веревочкой. Красота. И наборчик поменьше за 179 рублей, 185 граммов. Вот такая звезда на веревочке. Мы уже ее видели тоже в нескольких магазинах. Сейчас она есть практически везде. И Ашан не исключение. Здесь тоже такая красота присутствует. Новогодние сказки. 132 рубля. Вот такая книжечка. Смотрите, прям сделана в виде книжки. Вот состав самого набора. Такие сказочки. Небольшой симпатичный вариант. Мешок Деда Мороза килограмм за 554 рубля. Смотрите, какой большой красивый набор. Мешочек яркий, симпатичный. Да, только тут надо будет вот эту штуку срезать и завязать ленточкой, потому что ну что будет с этим делать ребенок-то? Ну да. Ну это не так. Надо было сверху что ли бантик. Ну это, наверное, чтобы не развязывали здесь. Да. Можно будет потом каким-нибудь красивым бантиком украсить, а так наборчик хороший. Письма Дедушке Морозу, 205 рублей, 400 грамм конфет, почта. Видите, тут девчата, мальчишки пишут письма Дедушке Морозу. Вот, тут конверт, чтобы писать Деду Морозу письмо. Вы можете представить? Это не просто так называется. Похоже на конверт для денег. Да, письмо Дедушке Морозу, вообще. В общем, можно отправлять прямо в конвертике с ребенком. Тоже шикарная идея, подарочка за хорошую цену. Очень 710 красивая, рублей, просто. Царское лакомство, точно. 711 граммов. Очень красивая. Тоже как будто в виде какой-то книги сделано, ну, вот да? Открывается, угу. Да, коробка, и там, видимо, еще что-то нарисовано. Угу. Ну да, там какая-то картинка внутри. Угу. С двух сторон даже. Да. А, она открывается с двух сторон, видишь, угу. И здесь, и там. И вот это вытаскивается середина. Ну, она заклеена, все. Ну, это прям на праздничный прям... стол можно такую. Да, это настольная штука. К чаепитию. Очень красивый. Мышарейпер, смотри-ка. Точно. Мышонок рейпер 300 граммов, 272 рубля. Вот это такой пацан. И с веревочкой тоже. Можно еще за ручку его нести. Маскарад 185 граммов, 228 рублей, тоже на веревочке. Мы его уже встречали и в других магазинах. Сзади вот такая звезда красивая. Ну, тут конфетки, маска, все очень вкусно и нарядно. Мышкин теремок 700 граммов за 543 рубля. Мы такой набор тоже уже с вами видели.
Вот здесь такой заяц классный, едет на лыжах из леденцов. Обалденное оформление, здорово смотрится. Снежная композиция, 1000 грамм, 614 рублей. Килограмм конфет, вы посмотрите на этот огромнейший набор с Дедушкой Морозом. Тоже вот такой отличный вариант подарка. И также новогодняя газета, 700 грамм, 553 рубля.